Ну что, ребята, на всем мирусах приветствуем. Продолжаем проходить Far Cry 3. Да, остановились с вами здесь. Ах, в этом доме. Короче, да. Предыдущий вы можете заметить, что, блин, он очень жестко изменился, наш главный персонаж. Сейчас мы должны куда идти? А, с Виллисом встретиться. С Виллисом, то есть нам куда-то... Куда нам вообще ходить? Вот сюда. С Виллисом встретиться, поэтому, Саша, подумай, ну, давайте приди, обязательно прятаем чипитиков 5 или 5 воды, прятаем, посмотрим, а мы, собственно, начинаем. Так, чё, let's go. Так, науков у нас нет, да? Есть. О, да-да. Так, ну давай сразу телепорнёмся, хули. Ой, бля, это же снайперка напоминает мне, нахуй. Снайперки. Ты ее экипировать можно мне? Вместо вот этой. Все, let's go. Здесь он? Джейсон, долго не слышал о тебе. Думал, ты покинул остров? Нет, я остаюсь. Я нет. Операция в России идет полным ходом. Я включен в состав ОТГ-141, лечу вечером. Хорошо поработали. Спасибо. Слушай, пока ты здесь, есть просьба. Помоги мне достать Хойта. Это невозможно. Проще крохнуть папу Римского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент. И он еще жив. Вроде. Поможешь попасть туда? Я пролечу над островом Хойта по пути в Россию. Можешь прыгнуть? Координаты скину. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. С тобой или без тебя. Let's go. Подъёбка, подъёбка. Хороша. Ух ты, ёпта! Как нам? А, да? Нам вот так объезжать плюс, а не проще вот здесь было приехать. Бля, можем телепортнуться? А, ну, конечно, нам объезжать придется. Либо развернуть сейчас назад. Давай. Поехали. Ну, мы успеем, в любом случае, я думаю, успеем. Ладно, сейчас успеем. О, свет могу включать лучше.
А у вас уже квадрик здесь дымится, он уже вообще в ахуе. Джейсон, у меня Алама. Пираты окружают меня, выручай. Go. Эти красные забрали ветер из его парусов. Я исправлю. Сука, ты заебал. На нахуй. Заряжаемся нахуй. Блять, брать. Ну давай, иди. Давай, давай. Показал? Полдела есть. Хорошо показал. Я помню вот отсюда, а не оттуда пойдет, скорее всего. Давай. Ой, блядь. А какого хуя? Я понял, окей. У меня Алама. Пираты окружают меня, выручай. Пиздос. Раз. Поехали нахуй. Эти красные забрали ветер из его парусов. Я исправлю. Давай, блядь. Я сразу заранее поставлю, ну его нахуй. Давай, блядь. Посмотрим, как вы доедете сюда, ебать. Let's go, нахуй. О, заспавнились, ты видел? О, смотри, смотри, видел, пачка заспавнилась просто. Давайте, ребятки, подумаем с вами вместе. Как же мы будем выживать? О! Давай, давай, давай. Бам, нахуй. О! Ты жесткий, нахуй. А, блядь. А! Сосать. Сосать, сосать, сосать. Давай, поехали, нахуй.
как ты там выжил-то, блядь? О, блядь, добрый вечер. Здравствуйте. Давай, 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 давай. Твой, твой, да. Пам, нахуй. Так. Продолжаем наш разговор. Там все поставлено? Тут все поставлено. Давай, поехали, нахуй. Еще раз кидаем, давай еще. На всякий случай. Вот сюда кинем. Оп-оп-оп, смотри, смотри, смотри. Бам, нахуй. Хорош. Почти готово. Ну, откуда еще? Ну, надо сразу еще наебанем здесь, на всякий случай. Ну, ребятки, вы где все? Ладно, похуй, пока залутают, да. О! Что, здесь нету просто? Жалко. А вон у него, да? Добрый вечер. Ну, давай. Кстати, а можно? Давай. Хуякс. Блять, серьезно, не пробивается? На. Сай, долбоёб. Давай, 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 посмотрим. Или смерть. Обидно. Ну окей, окей, я понял, где нужно мины ставить. Хорошо, мальчики, погнали. Так. О! Поехали. На. О, сработало. Да ну какого хуя ты лезешь, долбоёб, ты с белым, бля. Вахуй просто, просто вахуй. Хорошо, давай сейчас сразу быстро берем. Поехали. Блять, а у меня нету их, что ли? Понял, нахуй. Поехали. Так. Давай. Здорово. Иди сюда. Да? Правда? Я посмотрю нахуй сейчас на тебя. Блять, ты пизда просто. Отси пичку, бля, давай. Мальчик, мне тоже еще плохо. Давай, давай, блядь, ну! Блядь, а можно мне дать? Просто вот нахуй он лезет, блядь, скажите, зачем он лезет? Зачем? Непонятно нахуй, зачем он лезет, конечно. Поехали, блядь. Для долбоёба сюда, одного. Дай сюда, нахуй, еблан, блядь. Уйди. Где вы? Да, нахуй.
кстати, не хочешь пить? Так, и там я уверен, что стоит. А, да? Ты пробежала все? Сука, иди отсюда. Блять, сколько в тебя должен садить-то нахуй? Пиздец, какого с третьего раза прошли? Это жесть. Ты летишь на этом в Россию? Ты что, сдурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре? Жвачка — это историческое прошлое Америки. Таким образом, они фактически объявили войну дяде Сэму. Спасибо. Залезай. Я сказал, залезай. Да, кстати, мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвистишь звездно-полосатый флаг в Терстоне в паре здоровый хрен, он поймет, что ты от меня. Я всю свою жизнь отдал управление. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Да, сэр! Мы почти вылетели из джунглей! Только нахуй он лез, я не понимаю, эти два или сколько там. Ну, с третьего раза пошли, да, вроде? И чем он лез просто под них? Мог просто сидеть и все, с костюм есть от крыло. Было круто. Ну очень. Ох, теперь здесь нам, да, с тобой вышки. А реально ли это, Сэм? Нет, тебе показалось. Все, поехали, блять. Нам туда вообще? Бля, где вышка-то? Бля, она за этой, да? Вот, погнали. Ребят, так вам крупно здесь? Вам крупно здесь хорошо будет сейчас. Бан. Сука. Бан нахуй. Бан. Так, давай-ка мы их обоп, потому что там, знаешь, да, деньги нужны всегда. А еще есть вещи, которые можно продать у них. Ох. Вот что у меня одна хпшка осталась, что, блядь. Так, надо бы еще растения пособирать. Я могу сейчас сделать, подожди. О! Давай, как раз нужно. Нужная тема мне. Так. Ага. О, тигра. Тигра тоже нужна, да. Она хорошо стоит.
Черт! Так, ну чё, ебать, давай, последний, погнали. Ай, блядь, Бить сам в баре, здорово, хрен. Здесь мирно, что? Офигеть. Здоровый хрен существует. Вставляешь? Ты не верил, что ли? Эй! Эй! Пиво? Да. Бля, я только заработал, куда ты, бля? Я ищу друга. Наемника Сэма. Такого нету. Я знаю одного Сэма. В задней комнате играют в покер. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Ты куда? Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря. Хватит? Хорошо. Ты в игре. Да. Ну, бля, главный персонаж же, думаю, реально, типа, по его, блядь, манере, по его разговору можно понять, что он, типа, считает все крутым, чуть дохуя не крутым, дохуя. О, давайте, одних уже разъебал, так. Давай, let's go, блядь. Добро пожаловать в игру, салага. В телеграм-канале еще все. Садись. На ваших экранах есть ссылочка в описании. Там эксклюзивный видос. Давай нахуй, сейчас разъебусь, как нихуй нахуй. Кот ты подаешь. Я не ставил нихуй. А, ну понял, все окей. Давай. Я поднимаю. Отвечу. Подниму. Блять, у меня пара нахуй. Нет. Дальше. Отвечу. Не-не-не, у меня пара, это хуйня ебаная. Ты за лупу, блять. Ну. Карт получше можно? А, блядь, нихуя. Поднимаю. Нихуя у тебя Опа. Вышло. Посмотрим, что у тебя. Отстой. Ставлю все. А, ну шанс в ноль было, блядь. Одинаковые карты? Реалистично, пиздец. Бля, три восьмерки, прикинь. Пополам поделили. Здорово. Вот как надо. Давай, блядь. Сейчас я вас нахуй разъебу, как нехуй нахуй. О! Сюда нахуй, давай. Мне надоело. Я выхожу. Уже? Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, Сэм. Это я так. Гуд. Думаю, с меня хватит. Ну и катись.
На кого ты работаешь? Мужик, хороший был, блядь, все, все. От Виллиса. Все, нахуй, все. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Ну, он в порядке вроде. Лос, Лос! Нет, куда пошел-то, нахуй? Куда он пошел? Опа, ящик вижу. Здорово. О, понятно, нахуй. Понятно, блядь. Куда он пошел-то, ёпты? Навык есть. Давай прокачаем сразу. Два навыка у нас с тобой есть. Ну вот это, блин, я не знаю, нужно, не нужно нам. Я прокачал бы акулу. Ух. Это охуенная тема. Вот это мы сделаем сейчас, что мне это очень нужно. И вот это. А вон он, блядь. Вокруг меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Меня повысили в звании из-за акцента. Садись. А теперь, что за задание? Хочу убить Хойта. Шайза. Постой. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да. Почему ты сразу не сказал? Надо тебя спрятать. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта, а он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Да, скоро финал. Не знаю тебя в лицо. Скоро финал. Если бы не эти... Кто ты задумал? Найн. Хотя я... Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного, забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте. Какой, блядь? На частоте в доме, блядь, или что? На частоте где, блядь? Какой? Ну ладно. Алло? Джейсон, ты попал на остров Хойта? Да. Ты почти дошел до конца пути. Сейчас, подожди. А, ну нам как раз. Я уверена, что ты станешь самым сильным воином племени. Все татау будут твоими, если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь цитра и путь важны. Я знаю, что делать. Удачи. Как будто бы, да? Как будто бы он, типа, ну, не рад. Как будто бы он не рад этому. Он такой, блядь, чел. Блядь, чел. Ебал. Эй, бля, опа. Thank you.
А, смотри, здесь наемники, типа, наемники. Блять. Что это за хуйня? Пиздец. Подожди, нам вот сюда сейчас с тобой. Наебал. О, чит, брат. Блять, пиздец. Ну вот сюда явно нам, да, с тобой. О, ну ладно. Вот сюда с тобой нам явно. Сюда и вот сюда. Пиздец. Бля, там чел он стоит. Так, ну хотя бы уже что-то. О, подожди. Здесь это реликвия. А подобный что ли? Ну ладно. Let's go на своем гиберкаре, ёпта. Так, что у нас здесь разблокировалось-то? О, а здесь-то нормально так. Бля, вот эти бы, конечно, три бы... О, ебать, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Интересно. Интересно, интересно. Ну ладно. Он только один здесь? Я надеюсь, да. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. А, да? Бля, ебать, подожди, здесь... А, не внизу. Здесь ебать лута, смотри. Просто так раскидано, блядь. Чуваки, я захожу, здесь чел стоит такой. О! Все нахуй. Риск. Правда? Ты думаешь, что я вру, но это правда. Надеюсь, чисто поставился, понял. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Я уж понял, ёпты.
Давай, давай, ну съеби ты отсюда, ёпты. Блять, вот это, блять, пиздец. Будет стоять теперь. Йо, блять, что за хуйня? Ладно, задело. Давай, 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 иди. О, нахуй, не смотри на меня, блять. Ладно, дело плевое, верно? Да, да, плевое, бля, застрял нахуй. Тихо, брат. Ну туда иди, ёпты. Блять, ты смотри, ты вообще застрял нахуй, вон, все, блять, раскумарился, ебать. Не раскумарился, это, блять, стоит, волнуется, это вообще, ну, похуй, вообще, смотри. Вообще похуй, ну, похожу на месте, ебать. Походит на месте, похуй. Ну, давай ты иди уже, ёпта, блять. Блять, ебанешься. О, смотри, раскумарился, все нормально. Ну можешь съебаться, пожалуйста, туда, блядь. Да что это такое? Нахуй ты, блядь, там встал? Стоял бы на месте, блядь, все, спокойно все было бы. Короче, надо как-то вспомнить, как я там проходил раньше. Я промо проходил, но тоже не с первого раза проходил. Там вообще пизданешься, что надо делать. Блядь, еще ждать, пока они отойдут, блядь. Идите, блядь. Пососи хуя, блядь. Хе-хе-хе. Сосать нахуй. Вот так надо было с первого раза делать. Да ну, я не повежу, здесь никого нету.
Вот нам туда нужны корабли, короче, поняли? Во, помню, дизель встревал, пиздец. Не верю, что он получает больше. И он будет стоять здесь? Давай, давай, пиздуй туда, блядь. Бля, он забаговался, что ли? Нормальная тема. Просто забаговался, чел, просто, а? Здорово, ёб тут такой. Ты что тут делаешь, на? Просто резко повернулся. Нормальная тема, хули. А, его здесь нету, все. Все, его здесь нет. Кто что-то видел? Видел, тут стоял, чи не стоял. Забаговалось. Чего мне сейчас не хватает? Нормальной постели. Бля, только интересно, где он пойдет. Брат, где ты пойдешь? Игра чуть подсобила, подсобила чуть игра. Чего я позарился на эти гроши? Вот идиот. Если узнаешь, что она мне изменяет. Я всех отметил, ёпта. Все, он подсосал член, честно. Что, блядь?
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Так, Войт хочет лично проверить пополнение. Всем построиться в шеренгу. Проверки ТОС. Пошел этот рай. Давай, как иди, поживаешь? Следующий. Все. Давай, давай, проходи. Ты все? Все, дальше. Ты чист, Фостер. Песок с водой, песок. Хочешь рубить бабла? Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Местный заправила вас, недавно приставился. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом. А мы почему нет? Как же Хойт? Хойта полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Прям в точку. Ладно, иди послушай речь. Эй, проболтаешься о нашем разговоре. Считай ты труп. Я стою дороже, чем здесь платят. Все понимаю, конечно. Но здесь вот. Ну, это приятно. Брат, давай. Давайте сфотку нахуй. А, мои румяные новобранцы. Врать не буду. Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь утром, я думаю, счастливы ли мои люди? Мой отец, земля ему пухом, был шахтером. Что такое песок с водой? Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного человека компания была богом. Я сохранил это отношение моему скромному бизнесу. И я ожидаю от вас того же. Итак, в компании есть три главных правила. Не ебаться, не сосать и брать у меня в рот. Суждаем, суждаем. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Убивать любого туземца. Суждаем, суждаем. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... Суждаем, суждаем. Гордость и отраду. Покажем им, что такое бизнес. Да, совсем забыл. Три месяца. Личный остров. За голову Джейсона Броди. Эй. Чё? Послать домой денег с получки. Ага. Ну вообще поебать, да, всем.
Всем вообще плохо, знаешь, всем плохо, блядь. Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит. Я наблюдал. Предателями изнутри. Ими руководят три капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды. Убей их, забери список, и я шепну Хойту, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты. Здорово! Вообще, видишь? Кайф. Куда я иду? Когда я играл первый раз, бля, просто кайфовал, что меня никто не трогает здесь, да, никто не трогает Чешанин. И просто, блин, ну... Типа это незаметно, типа тень, незаметная тень. Наконец-то, блядь. Интересно, этот костюм работает у нас или нет? Который вот этот, ну, сейчас покажу. Крылья, вот эти не крылья, как они называются там. Где он находится хоть? Так можем просто телепортироваться, все. Я не могу просто... Я вот так просто не могу пройти? Могу. Как дела? Чё? Нормально всё. Нормально.
все, блядь. Поехала, родная. Приснем. Да ебать ты ж... Поехали. Бам. Ты жалкий предатель! Возьми меня, сука! Убейте этого идиота! Ой, блядь. Чё? Позабавился? Тебе хорошо стало? Блять, что? Я не могу в него попасть, снайперки. Ну там тяжеловес, чешо, блять. Минус. Минус. Сейчас я вижу. Ничего. Их не вижу больше, блядь. Дай мне вот эту тему сейчас. А, он вижу. Бан. Сейчас, ребятки, до вас дойду, не переживайте. Мать, не двигаются, нахуй. Да знаю чем. Он одет, как мы. Его хоть прислал. Маленьким нельзя давать оружие. Он стреляет. Минус. Похуй. Блять. Оп, все, хорош. А, да? Чё ты там пиздел? Да, вадить всё разгорелось там. Он одет, как мы. Его хоть прислал? Так, подожди, нахуй. Да ямба, ёпт. Боюсь, селение ещё уснуло. Минус. А, огнеупор, наверное, да, еще? Давай вот сейчас.
сейчас применить. И, ебать, вот эту сейчас применим. И вообще похуй будет. Бля, мне нужно их видеть. А, он. Ну, там еще несколько. Ну все, здесь их больше нету, да? Правильно понимаю. Поехали, ебать. Минус. Суки. Да, блядь, это вы твари ебучие, на. Поехали, на. Да ты охуел, что ли, блядь? Пиздец просто. Телепортируешься, да, блядь? Подожди, нахуй. У меня есть, блядь, все. Нет, надо пунцовый, надо листья собрать пунцовый, блядь. А, этот есть у меня? Подожди, нахуй. Понятно, нету. Последнего что-то есть. 100%, брат. Как хорошо, да? Как хорошо, хорошая пуколка. Хорошая, блядь. Очень хорошая. Значит, вроде подмог, блядь, чем подмог, не помню. Не помню, правда, наверное. Пришел в храм. Убил трех парней. Пусто. Списка у тебя так и нет. Я печален. Я. Да. Но я нашел записку. Они встречаются через пару дней. Это важно. Тогда список будет у них. Я снова счастлив. Прости, что не дал дослушать вам. Извините. Извините. Алло. Мне нужно кое с чем разобраться. Хорошо, разбирайся. А мы с тобой, бля, закупимся нахуй. Конечно, бля, не. Так вот сделаем. И максимально, давай, в лекарство ебанем сейчас.
А, еще вот это, блядь, подожди, ну. Так, ладно, let's go, чё. Все, авто никакого нету. А, он есть. Сейчас мы сейчас до туда доедем с тобой, да? До туда доедем и поедем в здание сразу же. Долбоёб, блин, долбоёб, что ли? Спиртом хочешь, да? Ты спиртом? Не лезь не в свои дела! Ладно, 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 ладно. Хоть приятно. Ну все, блядь. Как они, вот реально, как они узнают, что типа, ну, это наш главный персонаж сделал? Вот интересно очень. А, ну можно было сюда забраться. Ну ладно. Так, пиздец. Куда дальше-то, блядь? Лабиринт, пиздец, придумали нахуй. Ну давай, что телепортнемся и думаю на следующий раз с вами тогда. Там мы с вами на следующий раз. Спасибо за просмотр. Такая серия была. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на канал, ставь лайк. Тебе не сложно. Прям спасибо заранее за поддержку. Вот. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.